50. Опять красивое число. О, геймкит нормально. Или ТД. 4 ББ. Не. Геймкит недавно. Не помню. Стики-бомбы, геймкит. Спасибо за 200 проксов. Здравствуйте. Кончилось спокойствие. Так, 1.03, 3.77. 2.19. Аккуратно. Буду жадным, я буду жадным. Думаю, турму так пройду. Или не пройду. Или не пройду. Ладно, все же не пройду. Не получилось. И скидка. Я от нее еще далек, от этой скидки. Он пердит. Ну, еблан подписывался уже два раза с одного и того же ника. Еще и с ника долбоебского. Животное завелось. Нахуй отсюда. Ебать, это первый секрет. О, я куплю скидку, походу. Отпуски. Это не отпуск, это в один конец. Это в крематории. Это даже лучше, наверное. Да. Это все же Идена, это лост. Настолько ли он нужен? А что я делал? Я же видел скидку первой троллю. Не стоит. Блять, синий хп. Эх.
А, я босс еще не видел. Ебать, это самый босс, который VR-стрик убил. В этой категории. Страшный босс. Блять, я думал, он дальше полетит. Походу, я нашел этих, которые я заменил. Ушли с лошадкой. Нету заряда лошади. Пиздец. С лошадью чуть не въебался. Ты, конечно, огонь. Статы просто огненные. Это удача, это удача. А! Подумал, вроде оно. Реально оно. Опции без опции. Привет, доту. Хорошие таблетки теперь. Хорошие таблетки. Что? Почему? Почему? Что? И почему берутся? Давай там, потому что есть такой лейаут. Просто есть такая версия этому рума, где можно взять два этому. Собственно, и все. В этом весь секрет. Вау. Дроп. Какой скудный дроп. О, терзап, это отлично. Мне терзап было очень мало. Так, ну я на дьявола зайду, а там посмотрим, если что-то можно не улучшить. Нетельно. Смотрите, разделки будут в каждом этаже. Серафима призовем. DPS пока не сильно классный. На бусе пригодится. Не, я говорю, я сейчас пойду на дьявола, если будет хуёвая сделка, то я не буду лучшить. Так что да, я могу в теории остаться на ангелах. Потому что Godhead получен не там. Типа я Godhead получил не на сделке, поэтому я могу быть на ангелах. Я еще пока не залучил. Эти карты интересные. Исчез Серафим. Пропал парень. Все, нету Серафима. Я себе пернул. А, мне опять дальность хуевая. Окей. Тоже нету. Бит по золоту хп. Пусто. Офигеть, как он долго летит. Да что я просквозил.
Часы. Ладно. Сегодня без часов. Так, это был Kingdom Hearts, который тоже где-то еще можно реализовать, наверное. Toxic Shock будет получше работать с демеджем. Уже очень много всего таблеток. Вроде был Тирзап, да, и все, больше ничего хорошего не помню сильно. Эффектов полезных. Пока что. Это первая секретка. Это первая секретка. Аж просто проклятый. А, не проклятый, окей, ладно. Титл Рума, оказывается, рядом есть. Охуеть, этаж огромный. Это была тупая идея, ну ладно. Кто денег нашел? Да, вроде бело-синяя была Тирзап. А, да, было уменьшение размера. Это типа, да. Псевдополезно. Существенно. Все же у нас дьявол в этом забеге. Здрасте. Здрасте. Что-то походу, видимо, краса КП это не реализую. Kingdom Hearts. Тут красного ХП. Так, есть, только у меня теперь хп нет красного. Ну, может быть, вот забуд с босса. Тогда еще можно попробовать это сделать. Чик попарнуть. Толсап? Толсап. Еще проще. А, да. У меня же еще и Вирга будет прокать, возможно. Про это я забыл. Даже хп-то вряд ли пригодится. Но вряд ли. Блять! Это было лишнее. Я могу забрать этого. Могу забрать Bloodlust. В принципе, не страшно. Это явно активируется так или иначе. Все, мы еще на дьяволах. Псы. А, да. Я могу ничего не делать, я понял. Так, дай Полифемус. Не Полифемус. Наверное, давай пакт свой. Хз. Наверное, неплохо. Не-не-не-не. Вот это будет точно плохо. Это будет точно плохо. Только вчера об этом говорили. Не надо брать Либру на Бримстоун. Ничего хорошего с этим не выйдет. Опять ключ красный. А, да? Нихуя себе. Ну-ка. Хм. Ладно. Тогда можно не брать Bloodlust, наверное. Ставить пока красное хп. Ну давай.
Он. Неплох, неплох. Селькам. Так, это пригодится. Увидел. Ой, вижу секретку. Так, маленько получилось, как я хотел. Да блин! Иди нахуй. Сам справлюсь. Охренеть, блин. А я могу забрать черных хп с керцами. Похуй. Все еще фулл хаус будет. Как же ебет токсик шок, охуеть. Как же он ебет. А у меня раз не было опции? А опции были в другом забеге, да? Не в этом. Опции были, видимо, не в этом забеге все же. О, первый блэссинг в этом, в этой сотне. Не помню. Возможно, первый. Так, пошли все же хп заберем. Плюс фулл карту заберем. Я на бусраш явно успеваю. Так, пока не надо ничего делать. Оба. Блять, не пошел. Это дал ебанутый билд. Вообще, может, это был, да. Можешь посмотреть. Штука есть. На, был мешок с бомбами. Один раз был в этой сотне. В первой сотне было полмного блессингов. Штук 5, наверное, или 6. Активки дать не может. Если активка есть стартовый персонаж, он не дает активки. Только если активки нет. Вот, например, Телостоун может дать активку на старт. Это реально. Так, я обе видел этому руму? Да, обе. Куда? Максимально? Вообще максимально. Любимом. У меня уже больше максимальной терзы нет. На время я уже, наверное, поломал терзу, возможно, экспериментовал. Как будто у меня уже больше, чем надо. Тирует. Так, мы шли вниз. Хуйня. Ой, хуйня. Хотя ладно. Пусть будет. Ладно, сделки еще должны быть. Не, я же говорю, если у тебя есть активка, он активки не дает. Игре плевать, что у тебя там скубок или не скубок, у тебя активка уже занята. Поэтому она игнорит активки. Только если у тебя нет активки персонажа. Только тогда есть шанс, что он тебе даст активку. Да, по-моему, активки даются реже. Возможно. Мне кажется, активки редко даются блэссингами. Может, даже шанс ниже. Нет, нет, активки альтов не считаются за активку. Это маленько другое.
Немного другая тема. Хуяся айтемы. Интересно айтемы. Интересный магазин. Кстати, Беттани тоже как наноперс с активкой считается, наверное. Ей тоже активки вряд ли дают, я думаю. Но не уверен. За Беттани не уверен, но я думаю, это тоже активка. Не думаю, что ей могут дать активку на старте с блессингом. Но не проверил. Отличный. У меня вообще нет камня? Помнит. Удобно. Ёпта. Радужник. Хуеть. Хуеть. Так, сначала пошли паролем сделку. Таблетками разбираться. Особо ничего. По факту нет тогда и смысла взять таблетки. Там буквально нет нихуя полезного с таблеток. Ничего. Терза не нужна, скорость не нужна, full health мне билд испортит. Пошли дальше. I'll take it. I have like good pills, but just useless. Any pills at this point? А, я мог купить стартер дек, это правда. Про это я забыл, да. Точно. Даже деку не купил. Да, мог в теории какой-нибудь имперу-то с собой забрать. Не доиграли. Ну, я забыл просто про него. Сразу выбрать, только была возможность. Забыл. А пофиг. Беги, дарку можно пойти. Критично. Сделки довольно слабые на самом деле. Типа, кроме Брима, чего я нашел? Блять, ничего не нашел. Особо. Спасибо, да. Это Левиафан. Вообще, да, я даже скорость не теряю, нахер мне лучшить. Нормальная тема. Пошли с Блевиком. И с Мегабримом. Звучит полезно. Ёпта. Нормально фигашит. Еще уменьшение.
Беру деньги с силы. Руну в Даркруму, это не душа, это душа Магдалины. Это другая душа. Я никогда не могу попасть со стопачем. Всегда мимо тайминга. Капец, все медленное. Нет, не нужно вроде. Опять пробую эту хуйню сделать. Не сделал, ну ладно. Так, все направо. Может быть так просто? Было бы здорово, если было бы так просто. Ты еще живой. Уже вряд ли. Нет. Ни хрена не здесь. Ах да, это я сейчас первый раз активировал варикоз, да? Весь забег. Смешно. Я забыл, что у меня вообще он есть на забеге. Пятьдесят джим.